«Картина дня». На радио «Комсомольская правда». 10 главных тем. Всем добрый вечер, мы приветствуем наших радиослушателей в Москве и других городах вещания. В течение ближайших двух часов в прямом эфире мы, как всегда, будем подводить итоги уходящего дня. Топ-10 главных тем этого дня представим вашему вниманию. Обсудим их вместе с вами, обращаясь к нашим радиослушателям. Телефон прямого эфира всегда в вашем распоряжении. 8 800 200 ровно 9702. Ну и, конечно, журналисты «Комсомольской правды» и наши эксперты будут спикерами в течение этих двух часов. Именно с ними мы и будем обсуждать те темы, которые выбрали из всего многообразия событий сегодняшнего дня. На календаре 4 июня, четверг. Ну и какие 5 тем будут в центре нашего внимания в этом часе, обязательно узнаете, а я представлю нашего сегодняшнего эксперта. С нами в студии губернатор Тульской области Владимир Груздев. Владимир Сергеевич, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну и сразу хочу спросить, вот для вас какая основная тема сегодняшнего дня? Слушайте, ну, на самом деле, все темы важные, но и самая такая непростая тема, которая остается в топ, может быть, 10 тем Российской Федерации, это вопрос такой трагедии, которая произошла у нас в поселке Косая Гора, города Тулы. Это убийство семьи, 3 детей, прежде всего. Такое вот действительно очень кровавое, очень такое резонансное преступление. Поэтому я эту тему переживаю до сих пор. Вчера вот я встречался с жителями Адоева, и сама семья, она была прописана в Адоевском районе, была похоронена позавчера вот в Адоеве. Вчера тоже как раз во время, после встречи с жителями, уже сходил тоже на кладбище, положил цветы. Очень, конечно, для нас такая очень больной вопрос, потому что мы боремся за жизнь каждого человека. Для Тульской области вообще вопрос демографии очень важен. У нас пожилое население, 36% жителей области – это пенсионеры. И, конечно, для нас жизнь каждого ребенка, что называется, на вес, ну, бесценна. И, конечно, гибель сразу 3 детей и, в общем-то, такая вот, ну, совершенно такая, ну, у меня даже слов нет. Ну, вы знаете, Владимир Сергеевич, я понимаю, о чем вы говорите. Мы обязательно обсудим с вами более подробно, конечно, эту трагедию. У нас в топ-10 главных тем, разумеется, попало это событие, потому что пройти мимо него мы не можем. Сегодня была громкая отставка детского омбудсмена Тульской области, но об этом чуть позже. Давайте мы сейчас все-таки начнем не с такой минорной ноты. Есть возможность, ну, поверить, наверное, да, скажем так, ну, а вам, как губернатор Тульской области, наверное, не только доверять, но и проверять приходится в той части, которая касается макроэкономики нашей страны. Первое место. Центральный банк ожидает перелома негативных тенденций в экономике во втором полугодии. Об этом сегодня сообщила журналистам глава Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, Центральный банк готов улучшить 15 июня некоторые показатели макроэкономического прогноза. А показатели апреля, как она сказала, были малоутешительными. Сейчас уточняем прогноз. Ну и вот такая следующая оценка была дана Эльвирой Набиуллиной. У нас еще не все негативные явления позади. Мы ожидаем перелом тенденций где-то во втором полугодии, если говорить о квартальных темпах экономического роста. Если говорить о годовых, то в следующем году. Владимир Сергеевич, ну, то, что вот сейчас мы слышали эту цитату, да, это не более чем, может быть, для людей звучит как вот такие сложные формулы. Для вас в реальности вот что означает колебание курса валют? Я имею в виду не для вас лично, конечно. Понятно, как для руководителя региона. Да, для руководителя региона. Знаете, все очень просто, на самом деле. Это точно как, так же просто, как для любого гражданина. Во-первых, любые резкие колебания курса, как вверх, так и вниз, они плохи для, в целом, для экономики страны. Во-первых, это беспокоит население. Когда вот происходят такие для обычного человека непонятные колебания, то человек нервничает. Вот сейчас многие наши жители с вами купили доллар по 70 рублей, и вот сейчас курс там 55 рублей за доллар. А люди не понимают, почему он был 70, потом был 100, а сейчас снова 55. И что им дальше делать с этими долларами? И вот любое резкое колебание, как вверх, так и вниз, оно несет негативную тенденцию как для наших с вами граждан, так, прежде всего, конечно, для промышленных, да вообще для всех предприятий. Потому что любые колебания приводят к тому, что банки начинают ограничивать выдачу кредитов. Ставки по кредитам начинают существенно расти. Поэтому макроэкономические показатели, они складываются не только из процентов
процентов инфляции, которая есть как таргетированная так называемая инфляция, к которой стремится центральный банк, и в том числе, скажем, курс национальной валюты, стабильность национальной валюты. Но для нашего, для развития нашей экономики, а экономика все равно это базис, это первично, нам необходимо доступные кредитные средства по доступным ставкам. При ставке 20-25, конечно, ни одно предприятие развиваться не может. По этим ставкам вы можете взять временно деньги для того, чтобы перекредитоваться, но точно не речь о развитии не стоит. Поэтому мне кажется, что мы все ожидаем снижение ставок Центрального банка, прежде всего ключевой ставки, для того, чтобы доступность кредита и его стоимость была в большей степени возможна для всех наших предприятий, начиная от сельхоз и малых предприятий, заканчивая крупными промышленными холдингами. А вот крупные как выживают в этой ситуации? Ну, крупным в этой ситуации несколько проще, потому что все-таки у них более долгосрочные кредитные ресурсы. И тот же, например, сберегательный банк, он максимально поднимал ставки там, на 3% для, с точки зрения кредитов. А для целого ряда предприятий вообще ставки не поднимал. Поэтому сейчас идет обратная тенденция снижения. То есть с крупными несколько в этом смысле легче. Потому что есть выход на рынок заимствования облигационный, ну и так далее и тому подобное. Вот. Плюс еще есть кредитные, скажем, возможности. Но есть целые отрасли, которые, конечно, чувствуют себя на сегодняшний день очень непросто. Это угольная отрасль, это металлургия, машиностроение достаточно, так сказать, в такой зоне риска находится. А есть отрасли, которые экспорт ориентированы, они чувствуют себя неплохо. Это в том числе химия, наша с вами традиционная нефтегазовая а отрасль. А как же санкции? Санкции в данном случае, скажем, химических предприятий, которые экспортируют свою продукцию, они не коснулись, да, на сегодняшний день не коснулись. Вот. А для малых и средних предприятий на сегодняшний день, конечно, ситуация очень непростая, потому что доступность кредита, ну, очень на низком уровне и очень высока стоимость. Даже если регионы занимали вот в феврале-марте по ставке 20-25, то понимаете, какие ставки были для промышленных предприятий и в целом для предприятий бизнеса. Да, ну а нужно еще, как мы понимаем, и поддерживать производство на высоком уровне. Нужно обновлять промышленные производства. Это вновь деньги, это вновь совершенно кредиты. Верно. То есть здесь действительно можно говорить о том, что это, конечно, доступность и стоимость. Ну что, хорошо. В таком случае давайте мы сейчас небольшую паузу возьмем. Буквально через 2 минуты мы продолжим обсуждать и значимые события сегодняшнего дня с нашим экспертом. А в студии с нами до завершения этого часа губернатор Тульской области Владимир Груздев. Ну и, конечно, в завершающей части нашей первого часа программы «Картина дня» у нас будет еще и такой вот диалог «Свободное общение» с Владимиром Сергеевичем. Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики в прямом эфире делают свои прогнозы на будущее в программе «Что будет?». Каждый вторник с 19 до 21 часа по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. Что будет? Картина дня. На радио «Комсомольская правда». 10 главных тем. До завершения этого часа с нами в студии губернатор Тульской области Владимир Груздев. Мы продолжаем обсуждать главные события сегодняшнего дня. И впереди, в течение этих 10 минут, нас ждут еще 2 темы, которые мы должны затронуть и более предметно обсудить. Второе место. Ну а сейчас поговорим о рейтингах. Фонд «Петербургская политика» и коммуникационный холдинг «Минченко Консалтинг» представили 15-й выпуск рейтинга политической выживаемости губернаторов. Ну, я думаю, что Владимир Сергеевич, вы знаете, что такой рейтинг есть. Ну, существует много рейтингов. Мы в целом ознакомимся со всеми рейтингами, потому что любой рейтинг – это, ну, скажем так, субъективная, но все-таки оценка деятельности того или иного губернатора. Поэтому, когда вы занимаете определенные должности, вы должны реагировать на любые рейтинги для того, чтобы, в общем-то, откорректировать, может быть, что-то в той политике, которая реализуется высшим должностным лицом региона. Ну, интересно то, что этот рейтинг публикуется с 2007 года. В нем дается оценка вероятности сохранения в должности действующих глав регионов на протяжении ближайшего года.
Оценка идет по пятибалльной шкале. 5 – максимальная оценка, 1 – минимальная. Так вот, из 83 глав регионов, из первого рейтинга к настоящему времени на своем посту остались только 20 губернаторов. И вот по оценке этого фонда довольно точно, в общем, совпадают дальнейшие перемещения или уходы со своей должности губернаторов, ну, точнее, их отставки. Так вот, если вам интересно, если вы этот рейтинг не видели, я заглянула в него, посмотрела, где же находится Тульская область, какой рейтинг дали лично вам, какие у вас перспективы на этот год. Так вот, согласно этому рейтингу, Владимир Груздев получает оценку 5 с минусом. Ну, это аванс, точно. Ну, не знаю. Точно, аванс, знаете, я воспринимаю любую позитивную оценку как аванс. Это же надо отрабатывать теперь, самое главное, представляете? Когда у вас оценка удовлетворительна, то всегда, в принципе, на удовлетворительно можно, так сказать, и нарабатывать. А если у вас высокая оценка, то это надо воспринимать как аванс и работать в два раза эффективнее для того, чтобы поддержать такую оценку. Поэтому... Но мне гораздо интереснее сейчас, чтобы вы прокомментировали вот следующее. Сильные и слабые стороны. Они тоже есть в рейтинге. Да. Они есть абсолютно у каждого губернатора. И у тех, кто получил там чуть ли не единицу с минусом, и у тех, кто получил, как бы, 5 с минусом. Итак, среди ваших сильных сторон контроль над ситуацией в регионе, высокая популярность, открытость для федеральных СМИ. Ну, да. Что такое контроль над ситуацией в регионе? Вот как вы считаете? Ну, понимание всех процессов, которые происходят. И когда происходят какие-то, скажем, изменения, все эти изменения, они происходят достаточно в согласованном порядке. Поэтому любые, скажем, изменения общественно-политического характера, конечно, губернатор должен понимать, что происходит, как происходит, и иметь возможность контактировать с теми людьми, ну, скажем, с теми общественно-политическими силами, которые нуждаются в каких-то, может быть, изменениях и так далее. Это нормальная ежедневная работа, то есть вопрос взаимоотношений всех органов власти, потому что губернатор является не только высшим должностным лицом, но еще является руководителем координационного совещания, в состав которого входят все руководители территориальных органов власти, федеральных органов власти, соответственно, муниципальное образование. Поэтому взаимодействие очень, очень такое ежедневное и достаточно эффективное должно быть. Мне интересно, вот вы губернатор Тульской области с 2011 года. Да, скоро 4 года, да, да, через пару месяцев. 2014 был достаточно тяжелый год, когда принимались важные решения, и когда, в частности, президент нашей страны сказал, что должна быть четкая ответственность тех, кто работает на местах, что хватит уже ждать указки из центра, давайте как-то действовать более активно. А вот в чем это выразилось конкретно в Тульской области? Давайте я расскажу. Вот, это результаты работы трудолюбивых туликов за 4 года. Вот смотрите, у нас за 4 года наши доходы региональные увеличились более чем в 2,2 раза. А консолидированный бюджет, включая бюджеты муниципальных образований, за 4 года вырос почти на 90%. На 52% у нас вырос наш региональный продукт. На 67% выросла отгрузка промышленных предприятий. И это все, мы регион, в котором нет ни нефти, ни газа, ни никеля, ни золота, к сожалению. Мы регион достаточно диверсифицированной экономики. У нас нету там, скажем, градообразующих предприятий. У нас все предприятия, которые существуют на территории Тульской области, они какие-то чувствуют себя чуть лучше в сегодняшней ситуации, какие-то чуть хуже. Но в целом самое важное было, и задача губернатора было изменить настрой, донести до людей, что мы все вместе одна команда. И вот эти результаты по темпам роста, мы там в пятерке регионов с нашей страны и там по многим позициям занимаем первые позиции в Центральном федеральном округе. Поэтому это задача, которая вот стоит перед руководителем региона. Потому что, когда говорят, что вот руководитель может сделать все, да, конечно, не может сделать все. Делают все вместе жители и органы власти, которые работают в интересах жителей и за счет тех налогов получают зарплату, которую платят жители. И давайте я сейчас вновь вернусь к рейтингу, о котором мы сказали в самом начале. Так вот, я назвала сильные стороны, которые оценили составители этого рейтинга, но есть и слабые стороны. Так вот, пожалуйста, ваш комментарий. Итак, среди слабых сторон наличие федеральных оппонентов и непопадание в число губернаторов, получивших разрешение на досрочные выборы.
Ну, во-первых, что касается, я сразу хотя говорюсь по поводу досрочных выборов. Я все 4 года, которые служу губернатором, я всегда говорил, что на досрочные выборы я, так сказать, обращаться никогда не буду. Считаю, что политически правильно, когда все твои политические оппоненты знают, когда состоятся очередные выборы, они к этому должны спокойно подготовиться и вступить в нормальную политическую борьбу. Поэтому я не планировал и не обращался за возможностью переизбраться досрочно. То есть вот у меня есть срок. Это в следующем срок, году? Да, следующий год, да. То есть у меня срок заканчивается 19 августа 2016 года. И, соответственно, уже по тем результатам, которые я буду иметь со стороны поддержки, со стороны жителей области и со стороны, конечно, президента, потому что президент является одним из участников, скажем, наделения полномочий губернаторов в том случае, если срок не совпадает, да, потому что у меня не выборная должность была, я был номинирован президентом и, соответственно, наделен полномочиями депутатами Тульской областной думы. Вот, а что касается оппонентов, ну, слушайте, мне кажется, у каждого человека есть оппонент. Это нормально. И хочу сказать, что я знаю своих оппонентов в лицо, и я им благодарен. Называю их, знаете, как сказать, играющий тренер. Это всегда очень, очень стимулирует. И вот у нас в арсенале был капитан команды Александр Филимонов. Он был и действующим вратарем, и тренером вратарей арсенала. Я вот играющий тренер. Мне кажется, это здорово, потому что это ты всегда находишься, что называется, в тонусе. У тебя есть на кого равняться и у кого поучиться. Мне кажется, это хорошо. Ну что ж, давайте мы тогда перейдем к следующей теме, которую мы хотели бы с вами обсудить. Третье место. И в центре нашего внимания будет совещание, которое провел министр сельского хозяйства Александр Ткачев с губернаторами. Такая видеоконференция прошла с регионами, обсуждали поддержку сельского хозяйства. В этом году Минсельхоз направил деньги на финансирование агропромышленного комплекса. Это более 128 миллиардов рублей, причем с опережением графика, сумма большая. И понятно, что о такой сумме, ну, раньше просто мечтать не могли. Но вот говорят, что до конечных получателей, то есть фермеров, дошло лишь 40% средств. А как рассчитывали, как надеялись на то, что, может быть, действительно вот именно такая, казалось бы, сложная экономическая ситуация с ответными экономическими санкциями, точнее, ответным экономическим эмбарго, подтолкнет сельское хозяйство? Вот что происходит в Тульской области? Дачников много, это мы знаем. А что касается сельского хозяйства? Давайте я объясню. Здесь, конечно, есть определенные хитрости. Ну, например, Министерство сельского хозяйства России приняло решение поддержать, скажем, выращивание овощей в закрытом грунте, ну, так называемое тепличное хозяйство. В каких-то регионах, например, в Краснодарском крае, таких хозяйств достаточно много, потому что там иногда по два, а то и по три урожая за год собирают. В других регионах, как, например, в Тульской области, у нас не очень много. Вообще мы, с точки зрения сельхозпроизводства, регион наискового земледелия. У нас, во-первых, часть территории поражена после аварии на Чернобыльской атомной электростанции, и до сих пор территории являются загрязненными. А часть территории, ну, Сугулинок, где, в общем-то, так сказать, земледелие такое не самое простое. У нас мы, например, были заинтересованы в этом году получить больше денег на открытые грунты. Но такой программы нет в Минсельхозе. И вот в этих нюансах, что называется, есть как раз очень важные точки соприкосновения. Когда регионы, скажем, запрашивают определенные программы, а Минсельхоз, скажем, принимает те программы, которые, ну, скажем, считает более эффективными. И не все регионы в эти программы попадают. Где-то в регионах больше мясного производства, а где-то, наоборот, больше растениеводства. Но могу сказать, вот смотрите, если в 2011 году мы собрали 950 тысяч тонн зерновых, то в 2014 году мы собрали уже 1,5 миллиона тонн. У нас 1 540 000 жителей. Вот в советские времена тонна на одного жителя зерновых считался суперрезультат. То есть обычно после такого там урожая всех награждали и так далее высокими государственными, как говорят, наградами. Вообще по сельскому хозяйству по прошлому году мы плюсуем примерно 9,5%, несмотря на то, что у нас был очень тяжелый случай, африканская чума свиней, и у нас, в общем-то, фактически погибло самое крупное предприятие по, ну, вынуждено было приостановить свою деятельность, самое крупное предприятие по свиноводству, почти 60 тысяч голов свиней было уничтожено.
заморожено из 100 тысяч, которые у нас были на тот момент. Сейчас это предприятие заработало вновь, потому что прошел инкубационный период, зачистка и так далее. И несмотря на это, мы все равно 9% плюсовали в прошлом году в целом по сельхозпроизводству. В этом году мы тоже планируем плюсовать. Уже в этом году мы планируем собрать более 1 700 000 тонн зерновых. И самое важное, что мы делаем, мы сейчас закольцовываем от производства до переработки. Потому что многие наши предприятия, которые работают на территории Тульской области, в частности, например, пивной завод «Балтика», сегодня почти на 80% используют тот ячмень, который производится на территории Тульской области. То есть вот самое важное – закольцевать, чтобы плечо было как можно меньше. Меньше плечо, меньше издержек, больше добавленной стоимости остается на территории региона. Поэтому здесь мы с Минсельхозом работаем. Мы тоже стараемся, чтобы учитывали специфика каждого региона, потому что Краснодар – это одно, Тульская область – другое, а Якутия – это совсем третья история, Ханты-Манси – четвертая. Поэтому здесь, конечно, нужна специфика. И вот те средства, которые до нас были доведены, мы не задерживаем, мы стараемся всегда доводить. Мы же еще субсидируем в том числе и свою половину. Обычно это 50 на 50, 60 на 40. То есть из регионального бюджета мы тоже субсидируем. Ну, а больше, у нас просто 30 секунд остается до перерыва, больше вот сейчас за этот год стало тех людей, которые хотят открыть свое дело, начать свое дело? Знаете, нужно здесь этот вопрос разъяснить. Угу. Пока много людей задумывается. Но это же жизнь, понимаете? Встать в 4 утра и целый день на ногах – это образ жизни, это не бизнес, это образ жизни. Мы продолжим через 4 минуты, оставайтесь с нами. Если всех экономистов выстроить в одну линию, они все равно будут показывать в разные стороны. Верное направление знает доктор экономических наук Михаил Делягин. Только он знает, кто такой Доу Джонс, где у него индекс, как его колебания влияют на мировую экономику и какое отношение он имеет к пиратам Карибского моря. Наш экономист расскажет об этом простым и понятным языком в программе «Час Делягина». Слушайте на радио «Комсомольская правда» по понедельникам в 17:05 по московскому времени. Картина дня. На радио «Комсомольская правда». 10 главных тем. До завершения этого часа с нами в студии губернатор Тульской области Владимир Груздев. И я напомню нашей аудитории, во-первых, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Сразу прошу прощения, потому что времени очень мало, тем много, и хочется услышать мнение нашего сегодняшнего гостя-эксперта. Ну, а если вы хотите, чтобы ваш комментарий прозвучал в нашем эфире, то можете отправить смс-сообщение на короткий номер 2420, не забыв вначале написать РКП. Все ваши вопросы и комментарии я обязательно зачитаю в нашем эфире. Ну, Владимир Сергеевич, давайте мы будем двигаться дальше, тем более, что у нас еще две темы, которые мы хотели бы успеть обсудить в течение ближайших 10 минут, но как получится. Четвертое место. И вот то, собственно, о чем вы говорили в самом начале. Трагедия, которая произошла в поселке Косая гора, сейчас в центре нашего внимания, потому что действительно убийство семьи из 5 человек, которое было совершено с особой жестокостью. Естественно, что эта тема вот с 30 мая, когда стало об этом известно, нас не оставляет. Как такое могло произойти? Почему не доглядели? Почему были нарушены некоторые нормы и положения? Почему были выявлены нарушения? Вот обо всем об этом и пойдет речь. Дело в том, что сегодня Следственный комитет России возбудил уголовное дело о халатности работников школы-интерната и сотрудников полиции в ходе расследования убийства 5 человек под Тулой. Сегодня уполномоченная по правам ребенка в Тульской области Инна Щербакова подала в отставку как раз вот после этого резонансного убийства. Ну, давайте более подробно об этом поговорим и обсудим. Вот, а как могло так получиться, что ни социальные службы, ни полиция не разглядели эту семью? И насколько это все-таки масштабное явление, когда вот такие, ну, практически асоциальные семьи, не подконтрольные. Причем не миграционной службе, не социальной. Вы знаете, сейчас делать какие-то такие вот фундаментальные выводы все-таки рано. Почему? Потому что, во-первых, работает следствие, и следствие занимается вопросами не только расследования самого убийства, но и вот способствующими факторами, которые вот совершение этого преступления. Конечно, самый, наверное, понятный вопрос на сегодняшний день – я, к сожалению, не все могу говорить еще, потому что
ну, скажем, это может повлиять на проведение расследования. Но оно под вашим личным контролем. Это правда. Угу. Но я просто хочу сказать, что основная проблема – это, конечно, неполные семьи. И вот эта проблема, она является, ну, скажем так, основной предпосылкой. Убийца, который совершил вот это вот жестокое, жесточайшее убийство, он убивал, знаете, он работал пастухом, и он убивал, вот как скот резал, он также резал детей, взрослых. Вот мальчик, который выжил, и жизнь которого вне опасности, ну, повезло, вот, действительно, мальчишке повезло, потому что он посчитал, что он его убил, и у него так голова на бок, что называется, упала, и это не дало крови, что называется, лишней крови просто вытечь, и не были повреждены внутренние органы, поэтому мальчишку спасли. Второй узбек находится в более тяжелом состоянии. Ну, его называют отчимом, сожителем, ну, в общем, Суть важна. Вы знаете, вот я не, uh-huh. не буду пока просто комментировать, потому что там очень много нюансов, uh-huh. очень много нюансов. И пока он арестован на 2 месяца, обвинение ему еще пока не предъявлено, потому что, ну, комплексное, потому что подобного рода преступления, они должны быть четко расследованы, что не должно быть потом, ну, что называется, ни грамма сомнений, и вот частота расследования должна быть, ну, вот на все там 100%, что называется. Но выводы мы уже делаем. То, что вот подала в отставку уполномоченная по правам человека по правам ребенка Инна Щербакова. Понятно, что прямой ее вины в этом нет, но то, что человек приняла ответственное решение, подала отставку, я считаю, что это правильно. Потому что после такого рода преступления, конечно, должны быть не какие-то дисциплинарные или уголовные наказания, которые тоже, кстати, должны быть обязательно, особенно в случае допущения халатности. Но это внутреннее восприятие. Для меня это, я честно скажу, что таких преступлений бывает у нас в стране, ну, крайне редко, слава богу, да, но для меня это большой вызов. Ну, и второй важный момент, это, конечно, вопрос миграции. Находился на территории страны он у нас незаконно, uh-huh. больше почти 3 лет, и почему миграционная служба, почему сотрудники полиции, то есть он ходил каждый день на работу, пас коров, то есть это выгонял, прогонял, то есть, в принципе, конечно, понимали, все знали, что вот есть такой человек. Почему не проверили паспорт? У него даже паспорт узбекский, старого образца. Уже в Узбекистане уже таких паспортов даже нет. Простите, а деньги он тогда получал, что в конверте? Это был схема? Работал, да, на женщину, как в лично подсобном хозяйстве, угу. там, по-моему, 14 или 16 коров, которые он пас. Да, ну, понятно. Так, да, то есть это не госпредприятие? Нет, это не государственное предприятие. Но там, еще раз говорю, там целый пласт, целый ком проблем, которые мы на сегодняшний день изучаем, и, поверьте мне, мы ничего не будем скрывать. После того, как будет предъявлено обвинение, мы сможем сказать уже больше вопросов. На сегодняшний день пока я не могу вам дать больше полноты информации. Ну, вы знаете, мы, честно говоря, были удивлены. Вот журналисты, которые, конечно же, следили за тем, как идет вот буквально первые шаги этого расследования, насколько быстро задержали предполагаемого убийцу. Знаете, это случилось благодаря девочке, которая была убита. Она позвонила в милицию и достаточно быстро отреагировали. То есть она позвонила, сотрудники полиции приехали достаточно быстро, хотя могли бы приехать и бы быстрее, что называется. И вот уже после этого звонка он убил в том числе эту девочку. То есть, в общем, в этом смысле, так сказать, да, то, что сработали, хотя бы здесь сработали. Хотя тоже есть вопросы. Да, но вопросов действительно много. И, в частности, вот сегодня стало известно о том, что прокуратура в ходе проверки по факту этого убийства выявила нарушение в деятельности комиссии по делам несовершеннолетних, УМВД, УФМС, школы-интернаты. Я думаю, что действительно вам есть чем разбираться. Тем более, еще раз скажу, что это дело находится под вашим личным контролем. Так что, вероятно, в скором времени действительно какие-то, может быть, пока вещи, которые вы не можете рассказывать нам в эфире, станут достоянием общественности. Ну и, соответственно, в первую очередь журналистов, а мы об этом расскажем нашим радиослушателям. Ну, давайте перейдем и к еще одной теме. У нас не так много времени, она достаточно масштабна, и обсуждают ее сейчас вот уже очень горячо и с разных точек зрения, и с политической, и с экономической, и со спортивной. Но я думаю, что уже догадались по этому набору, о чем пойдет речь. 5 место. Конечно же, отставка президента Международной федерации футбольных ассоциаций Йозефа Блаттера. Сейчас дискуссии ведутся и
очень бурные дебаты. Отберут ли у России чемпионат мира по футболу после отставки Блаттера? Не отберут. И комментирует, кто во что гораст. Разные аргументы приводятся в пользу той или иной позиции. Но вас я хочу спросить об этом вот почему. Для вас тема футбола вообще не чужая тема. Не безразличная. Поскольку, да, тульский Арсенал, кому же он неизвестен, который вышел, между прочим, в премьер-лигу, это довольно серьезный уровень. Вышел, но сейчас мы, к сожалению, покидаем премьер-лигу, потому что мы заняли последнее место. Но ничего страшного не происходит. Это спорт. И побеждает сильнейший, поэтому будем стремиться вновь попадать в высшую лигу. Ну, а в этом футбольном скандале, в скандале ФИФА, все-таки спорт, политика, экономика, как вы видите эту ситуацию? Мне кажется, что для наших функционеров, которые ответственны за проведение, подготовку и проведение чемпионата мира по футболу в России в 2018 году, не нужно ни на что обращать внимание. Нужно делать свою работу, делай, что должен, будь, что будет. Поэтому нужно спокойно, без суеты, без какой-то там, может быть, не обращать на это внимания. Идет, как идет. Мы должны подготовиться и провести чемпионат мира по футболу. Понятно, что очень много политики, и просто для понимания аудитория людей, которые смотрят чемпионат мира по футболу, по оценкам специалистов, в 2,5-3 раза больше, чем аудитория, которая смотрит Олимпиаду. Поэтому понятно, что есть и политическая, возможно, политическая составляющая. Но нам нужно спокойно, без суеты, готовить наши стадионы, готовить инфраструктуру к проведению чемпионата мира по футболу. И я уверен, что мы его проведем. Да, но здесь возникает одно маленькое «но». А если вдруг, ну, представим себе самый худший расклад событий и самые негативные сценарии, пересматривают заявку на проведение чемпионата мира, и она уходит, ну, допустим, в другую страну. Вот сейчас Великобритания уже тянет руку и говорит, а почему бы не мы, почему бы не мы? И дальше, куда, кому нужны все эти огромные стадионы, которые строятся? Не будут ли деньги огромные, которые выделяются, вложены практически в мертворожденные объекты? Послушайте, ну мы же строим стадионы не для проведения чемпионата мира. Это наоборот, мы эту инфраструктуру создаем для того, чтобы развивать футбол у нас в стране, прежде всего. А чемпионат мира — это как один из очень ярких таких спортивных событий. Это действительно такой праздник, футбольный праздник. И футбол — это самое массовое и самое зрелищное мероприятие. Футбол очень любят у нас в стране. Я просто могу сказать, что на стадионах, на футбольных матчах в Туле, когда Арсенал играл со своими соперниками, у нас заполняемость стадиона 20,5 тысяч человек. Заполняемость у нас была 19,5, 20 тысяч. То есть практически 100% заполняемость. Если вы посмотрите по отчетам, в принципе, Тула очень футбольный город. Ну, представьте, если бы в Туле вдруг проходил один из туров чемпионата мира по футболу. Ну, я не знаю, мне кажется, нужно было бы стадион 1100 строить. Как вот на Бессмертный полк вышло 120 тысяч туликов на улице. Вот примерно так же любят и футбол. Да, но давайте мы сейчас вновь возьмем небольшую паузу, буквально 2 минуты, для того, чтобы уже в финальной части обсуждения главных событий сегодняшнего дня все-таки уделить внимание и тем темам, которые, может быть, в топ-10 главных событий не попали, но обсудить их с вами очень бы хотелось, пользуясь вашим присутствием в нашей студии. Я думаю, что и для тех, кто проживает в Тульской области, и для остальных наших радиослушателей это общение будет интересным. Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов. Картина дня. На радио «Комсомольская правда». 10 главных тем. С нами в студии до завершения этого часа губернатор Тульской области Владимир Груздев. И, Владимир Сергеевич, я думаю, что сейчас вот эти 10 минут мы даем возможность нашей аудитории, во-первых, дозвониться к нам сюда в студию по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Я думаю, что пообщаться с губернатором, наверное, вряд ли кто-нибудь откажется, тем более, что вы в прямом эфире, возможность задать вам вопрос, послушать ваш комментарий, есть у каждого из наших радиослушателей, а уж тех, кто проживает в Тульской области, тем паче. Поэтому, пожалуйста, телефон вашему распространению
распоряжении. И если не успеваете или не можете дозвониться, ждем ваших смс-сообщений на короткий номер 2420. Вначале не забудьте написать РКП. Но я вновь возвращаюсь к рейтингу. Вот среди как бы плюсов, да, вашего губернаторства была следующая сентенция: открытость средств массовой информации и общение с, соответственно, жителями Тульской области. Поэтому будем надеяться, что сейчас вы это продемонстрируете. Ну и вот первый вопрос, который пришел к нам по СМС. Добрый вечер. Сделайте, пожалуйста, дорогу Куркино-Борятино. Засыпьте ямы хотя бы щебенкой. Спасибо. Хочу сказать, что за 4 года мы так существенно отремонтировали дороги в Тульской области. То есть все автотрассы с высокой интенсивностью у нас находятся в хорошем состоянии. То есть соответствуют тем стандартам, которые на сегодняшний день предъявляются, сказать, к такого типа дорогам. Действительно, всего у нас дорог в Тульской области 11 с лишним тысяч километров. 11 тысяч километров. Ежегодно мы приводим в порядок 500-600 километров. Это то, на что хватает денег дорожного фонда. Конечно, хотелось бы делать больше. И вот подобного рода, скажем, просьбы, они есть. И в основном это дороги, скажем, в отдаленные деревни, где живет не очень много людей. Мы туда обязательно придем, но только после того, как мы сделаем основные трассы. И это те направления, которые являются, ну, основополагающими. Тульская область, область с большим проживанием людей пенсионного возраста, я уже об этом говорил, 36% населения. И, к сожалению, мы по демографии мы еще минусуем. Вот вообще демографический кризис в Тульской области начался в 80-м году прошлого века. И пик пришелся на 96-й год, когда разница между рождаемостью и смертностью составила 36 тысяч человек. В прошлом году, сейчас идет тенденция на снижение, но в прошлом году мы все равно, к сожалению, потеряли 10,5 тысяч человек. Вот, ну, разница между смертностью и рождаемостью. Вот. И, конечно, здесь проблема как раз вот вымирающих деревень, она зависит в том числе и от старого населения. И основная задача органов власти, местного самоуправления, все-таки создавать инфраструктуру, чтобы молодежь не уезжала, оставалась здесь, привлекать на работу в наши промышленные предприятия, в органы государственной власти, в местного самоуправления. Вот это, наверное, демографическая задача, это для любого губернатора самое важное. Ну, давайте послушаем первый телефонный звонок. Нам дозвонился Виктор. Добрый вечер, пожалуйста. Добрый вечер. У меня вопрос следующего характера. Я сам коренной туляк, в свое время заканчивал артиллерийское училище наше в Туле. И по роду службы сейчас прохожу службу в Ленинградской области. Служба заканчивается, собираюсь на пенсию. Отец многодетной семьи, у меня 4 детей, обратился в органы соцзащиты с вопросом о выделении участка по президентской программе выделения земли многодетным семьям. Вот. Попытался объяснить, что моя прописка не особо зависит от меня, потому что переезжаю по воинским частям и прописывают по службе. Но, несмотря на все мои старания, мне было отказано в связи с тем, что я не прописан в Тульской области. А как я могу быть прописан, если у меня ничего нет? Я хочу получить землю, построить дом и жить с детьми на родине. Нет, вопрос понятен. Действительно, норма закона, она предусматривает регистрацию по месту жительства. В противном случае, ну, это... Может быть, мы подумаем, как сделать на региональном уровне, чтобы ответственно, ну, чтобы была возможность у жителей, которые родились и выросли на территории региона, а по долгу именно вот службы находятся сейчас в других местах. Подумаем, Виктор, вопрос интересный, но отказали с точки зрения соблюдения законодательства правильно. А вот как исправить эту задачу, это подумаем. Следующий звонок. Елена, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Меня зовут Елена. Алло. Да-да-да, мы слушаем вас. Да, я приобрела... вообще я уроженка Тульской области, родилась в Щукинском районе. Живу в Москве, приобрела участок в Адоевском районе и готова как бы исполнять продовольственную программу, поднимать. Но дорога Адоев-Плавск – это не дорога, это просто что-то после бомбежки. Были обещания, что в 2015 году будет ремонт. Но, опять-таки, прошел слух, что все отменили. Я хотела бы узнать, что будет с нашей дорогой. Да, спасибо за вопрос. Спасибо, действительно, дорога Адоевск-Плавск, она...
плохом ненормативном состоянии, но протяженность дороги практически 50 километров. Вот Елена, как тулячка и как человек сегодня, который хочет вернуться в Тульскую область, знает, что, вот, например, дорогу Тула-Белев мы полностью отреставрировали. Адоев-Арсеньево тоже полностью сделали. Но Адоев-Плавск, эта стоимость ремонта дороги составляет почти 40% нашего ежегодного дорожного фонда. Поэтому в этом году мы не смогли это сделать. План ремонта дорог на 2016 год, Елена, уже находится на сайте правительства Тульской области, и жители области голосуют за те или иные направления, которые необходимо отремонтировать в следующем году. Вы можете туда зайти, на этот сайт, посмотреть и внести свои предложения. Но здесь жители, вот у нас есть общий бюджет, мы его показываем жителям. Жители сами выбирают, что нужно делать в первую очередь. Поэтому участвуйте, Елена, становитесь более активными. 8-800-200-97-02 – это телефон прямого эфира радиостанции «Комсомольская правда». И буквально у нас 4 минуты остаются до завершения этого часа и общения с губернатором Тульской области Владимиром Груздевым. Владимир Сергеевич, еще один телефонный звонок. Евгений, мы слушаем ваш вопрос. Здравствуйте. Да. Здравствуйте, Владимир Сергеевич. Добрый вечер. Я житель города Киреевска. Когда у нас дороги сделают? Улицу писателя первого, Льва Толстого в районе Горгаза, великого космонавта первого, Гагарина, невозможно, 8 марта. И Евгений, ресторан, будет он убран у нас? А чем ресторан-то мешает? Города. Чем ресторан мешает? А он взорван, там написано «Взятие Рейхстага». Он сгоревший остров в центре города. Да, понятно, спасибо. Да, спасибо. Что касается ресторана, Евгений, здесь вы совершенно правы. Есть собственник этого здания, хоть оно и не является функционирующим зданием, но здесь главой администрации района я переговорю, почему, так сказать, они меры не принимают. А что касается ремонта дорог в Киреевске, ну, вопрос тот же самый, да, то есть жители города сами определяют, что ремонтировать в первую голову. Есть бюджет, который выделяется, в том числе на Киреевск и Киреевский район. В рамках этого бюджета мы и взаимодействуем. Принимайте более активное участие и смотрите, что нужно делать. Да, ну вот есть информация о том, что в Тульской области за последние 15 лет закрылось 239 школ. Вот почему это происходит? И, собственно, это связано с той темой, которую мы поднимали, демографической ситуацией? Да, если в 1989 году по переписи население в Тульской области проживало 2 050 000 человек, то сегодня проживает 1 540 000. Это общая проблема всего центрального округа, центральной России, потому что вот сложная экономическая ситуация и близость таких гигантов, как Московский регион, они, конечно, оттянули часть жителей. А часть жителей просто, к сожалению, умерла, да? Это вот это демографическая проблема для центральной России, основная проблема. Но мы знаем, что очень болезненно воспринимают закрытие школ, и люди очень активно вот этому сопротивляются. Да, я объясню. Вот смотрите, в этом году мы закрываем всего 6 школ. Всего 6. Но вот почему это происходит? Потому что в одной школе, например, у нас учатся 9 ребятишек. 6 педагогов. Все педагоги 70+. Угу. То есть, к сожалению, мы не можем дать качество образования, мы не можем привести других педагогов, потому что кадровый голод для сельских школ, он, безусловно, есть. Но мы как делаем? Смотрите, мы ремонтируем полностью улицу, дорогу до ближайшей школы, соответственно, покупаем автобус и обеспечиваем доставку детей в ту школу, в которой мы можем дать нормальный уровень качества образования. Ведь наша задача, вот посмотрите, в прошлом году у нас не сдавших ЕГЭ было всего, там, по-моему, 10 или 12 человек. То есть, действительно, достаточно высокий показатель. При этом мы стараемся, чтобы это были действительно по-настоящему полученные знания, чтобы был высокий уровень подготовки у ребят и высокий уровень поступления в дальнейшем в высшее учебное заведение. Это есть такая проблема. Да, но есть, наверное, определенный оптимизм, хотя он минутка остается, жаль. Хотелось бы об этом более подробно говорить. Вот по информации, на Тульском оружейном заводе открылся новый цех. Да. Открылся 9-й энергоблок Черепецкой ГРЭС. ГРЭС. То есть есть... Да нет, движение есть. Слушайте, вы знаете, это всегда по вопросу, там, стакан наполовину пустой или наполовину полный. Да, это... Поэтому вот отношение такое. Меняются настроения у людей. Вот поверьте мне, ну, и вот я говорил о тех экономических результатах, которые есть у Тульской области. Ведь это не выдумка, это вот реальность. Мы достигли очень неплохих результатов. И я вам хочу сказать, что я даже не хочу озвучивать те
эти цифры промышленного производства, которые мы имеем за 5 месяцев, для того, чтобы просто коллег из соседних регионов не шокировать. Очень неплохие показатели. И у нас продолжается рост собственных доходов. И еще раз повторю, все это благодаря трудолюбию таких великолепных людей, как тулики. Да, но губернатор Тульской области Владимир Груздев был в течение этого часа нашим экспертом. Пришел он к нам не с пустыми руками. Да. В рамках нашей программы мы не сможем разыграть тот приз, который Владимир Сергеевич принес. Завтра утром в 9 часов 47 минут вас ждет розыгрыш приза. Спасибо. Картина дня. На радио «Комсомольская правда».